15 липня чекаємо на початок дійсно перевороту у Москві, але от головне управління розвідки і західні ЗМІ час від часу публікують інформацію про те, що Путін хворіє і хвороба в нього досить тяжка, начебто зараз перед глядачами виступає такий собі двійник Путіна. От що зорі віщують самому Путіну, коли вже там його кінець, принаймні його політичної кар'єри? А на самом деле, вот то, что там недавно говорили, прошло в информация, что он там впал в кому. На самом деле, знаете, это разные вещи, впасть в кому или в ступор, да? Ты впадаешь в ступор на полчаса, там, на час, ты не можешь двигаться. А, ну, все это связано с тем, что у Владимира Путина есть такая болезнь, которая действительно, он не руководит ни своими ногами, как вы видите, да? То есть они у него все время двигаются, да? То он может вообще неожиданно впасть в какой-то ступор, вообще ничего не произносить, не говорить, заикаться, да, поэтому отменена была вот эта ежегодная ситуация, где он действительно отвечает на вопросы, конференция там на 5-6 часов, которая рассчитана, потому что Владимир Путин не может руководить уже собственным здоровьем, да. Конечно, не было комы, но был очень большой ступор, да, конечно, мы видели настоящего Владимира Путина, а не на двойника, недавно на форуме в Санкт-Петербурге, но наколотого абсолютно теми вот этими медикаментами, без которых он просто не может обходиться. Будем так сказать, Путин был в экстазе, накололи ему экстази, хватило его на 1,5-2 часа на петербургском форуме, понимаете, да? Но смерть подкрадывается незаметно, да. Если человек, у которого 4-я стадия рака, и уже у него начались, знаете, вот такие ситуации, где нужно там откачивать чего-то, да, то есть когда у него метастазы пошли, то он, видимо, долго ему уже осталось не жить. Поэтому уже очень многие думают, в том числе и он, что нужно дочь Петра предоставить, а тут дочь Владимира Путина поставить на царствование, понимаете? Единственный человек, которому он, конечно, может доверять. Всех остальных преемников я не вижу. Но дни, я хотел сказать, дни, вот это вообще хорошо было бы, если бы дни. Месяцы, значит, правления Путина сочтены, осталось совсем недолго ждать. Просто каждый день его пребывания на троне убивает много наших прекрасных воинов, ЗСУ. Дорогие друзья, вы просто божественно, вы классные защитники нашей Родины. Но каждый день из пребывания его на троне Российской Федерации убивает много наших молодых людей, да, и не только молодых. Вот, поэтому чем быстрее его скинуть с трона, тем быстрее закончится война. Тот самый момент, когда Владимир Путин будет убит, умерщвлен, а это его последний соляр в его жизни. Соляр — это годовой гороскоп, который, кстати, я делаю, можете у меня заказывать, да, дорогие друзья, заходить на сайт. Вот, но с другой стороны, это понятно, то, что Владимира Путина не будет в 2023 году. Самый последний срок, который можно понять, это солнечное затмение 20 апреля. 20 апреля – день рождения Гитлера. И, значит, Гитлер 21 века должен до этой даты, до 20 апреля, присоединиться к Владимиру Жириновскому. Вот, и мы увидим очень классные похороны. Я думаю, что это будет самая классная мечта, и выпить за это каждый украинец просто обязан. Вот. По крайней мере, ждем этой радостной новости похорон. Так, да?